На полях заседания Совета глав государств СНГ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился тет-а-тет с премьер-министром Армении Никол Пашиняном. В ходе беседы глава государства подчеркнул сложившиеся добрые и доверительные отношения двух стран, отметив высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Арменией и указал на существующий потенциал для его расширения. Глава государства также обратил внимание на вопросы трудовой миграции, необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран, подчеркнув наличие благоприятных условий для этого. У Казахстана всегда были ровные, добрые отношения с Арменией. И у нас нет препятствующих каких-то действий, которые бы ухудшали, бы омрачали наши отношения. И это продолжается сейчас. За прошлый год торговля выросла почти на 60%. Эта тенденция продолжается в этом году, но это не предел. Поэтому нашим правительствам надо поработать. Действительно, наши компании имеют возможность инвестировать сейчас, если будут благоприятные условия для этого. Но мы следим за ситуацией в вашей стране, которая произошла в последнее время. Хотелось бы знать более достоверную информацию, что делается, какие планы, какое продвижение дальше. Ну и, конечно, проблемы азербайджано-армянских отношений для вас непростые. Они непростые все последние годы. И при возможности я всегда стараюсь содействовать, чтобы этот вопрос мирно решился в интересах обеих государств. Так что, если есть вопросы, скажите. У нас никаких препятствий нет. Казахстан открыт для армянского бизнеса, для армянских товаров. У нас солидная диаспора наших граждан армянской национальности, которые работают в разных отраслях экономики сейчас. Поэтому возможности есть. Много у нас рабочих, которые приезжают из Таджикистана, из Узбекистана, из Кыргызстана. Мы сейчас проводим очень большую работу по индустриализации Казахстана, чтобы перерабатывающую отрасль развивать. У вас есть такие возможности и по поставкам сельскохозяйственной продукции, и по определенным моментам армянские специалисты всегда показывали себя с лучшей стороны, готовы обмениваться этим опытом и развивать отношения. Мы открыты. Для нас очень важны наши отношения с Казахстаном, и мы надеемся на двухстороннем уровне тоже развивать наши экономические отношения. Сейчас появляются несколько казахстанских компаний, которые очень заинтересованы в инвестициях Армении. Мы рады этому, честно говоря, потому что это тоже очень, очень важно для двухсторонних отношений в интеграционных процессах в рамках СНГ и Евразийского экономического союза. И мы надеемся еще и, что в рамках УДКБ тоже наши отношения хорошо будут дальше развиваться. И я думаю, что все мы заинтересованы, чтобы ОДКБ тоже, как СНГ и ЕАЭС, стала более эффективной организацией.